история появления города. По одной из легенд, богатый купец сначала возвел капище, потом построил избы и основал город. Его визитная карточка. Видите, там вдали силуэт человека. Это штатный фонарщик. Вы не ослышались, именно штатный. Есть у меня одно профессиональное желание, а за какое лучше? Все счастливые. Все счастливые. Популярные достопримечательности. Есть еще один небезынтересный объект, место для поцелуев. И место, которое необходимо посетить в первую очередь. Тысячи людей со всех уголков мира приезжают сюда, чтобы поклониться их подвигу. Смотрите в понедельник. Проект «Города Беларуси» на нашем канале.